своем выступлении, просмотр которого сегодня вызывает потрясение, вы сказали: «Если мы хотим войны с Россией». Почему вы это сказали? Мне это было очевидно. Послушайте, вы абсолютно правы, Такер. Я националист, я верю в свою страну, я боролся за ее независимость, но я также верю в западные ценности. И у нас с вами, у Америки, Канады, Австралии и многих других стран есть много общего. И, конечно же, мы объединяли усилия в двух мировых войнах, чтобы сражаться за эти ценности. Потом мы совершенно сбились с пути. С Афганистаном, Ираком, Ливией и многим другим. Глобалисты. Я говорю о Билле Клинтоне и Тони Блэре, которые это начали. А потом это стало догмой, то, что НАТО и Европейский Союз, эти империи должны расширяться. Знаете, надо понимать историю России. Вторжение Наполеона, вторжение Гитлера, смерти десятков миллионов русских в результате этих вторжений. И я вижу, что расширение НАТО и Евросоюза на Запад после падения Берлинской стены было намеренно провокационным актом. Знаете, Черчилль сказал, когда пала нацистская империя, «Будьте великодушными в победе, не тыкайте их носом в грязь в результате того, что было сделано. Попытайтесь обеспечить установление союзнических отношений и долговечного мира».